Гайкат Мачен занимается волейболом с 10 лет и уже добился немалых результатов. Один вызов в молодежную сборную России говорит о многом. Сейчас Гайк учится в Москве и бросать волейбол не собирается. Играет за сборную своего вуза, которая входит в пятерку лучших команд Москвы. Сюда пришел как бы на тренировку, а увидел тут молодых, они соревнования сегодня. Решил посмотреть, как они играть будут. Кто тут растет у нас в Анапе, перспективный есть. Ставшие двукратными обладателями Кубка города Темрюк, ребята стараются передавать весь свой опыт подрастающему поколению. Юным спортсменам скоро тоже предстоят ответственные старты. В марте пройдет первенство Краснодарского края по волейболу среди юношей 2002-2003 годов. Однако для того, чтобы добиться хорошего результата на этих соревнованиях, подготовку нужно начинать уже сейчас. Ребята на постоянной основе приходят на тренировочные занятия к ребятам младшего возраста. Они их курируют, они их ведут, они с ними занимаются, они помогают. Это как вторые тренеры. И это очень важно, передача своих знаний. Воспитание и обучение происходит в два раза быстрее. Именно поэтому как бы, мы привлекаем нашу сборную города, курорта Анапа, к тренировочным занятиям младших возрастов. В ближайшее время все анапские болельщики смогут поддержать свои любимые команды. 20 февраля в рамках военно-патриотического месячника стартует регулярный открытый кубок города-курорта Анапа среди мужчин, в котором примут участие команды «Приморец» – поселок Цибанабалка, «Ураган» – город Темрюк, «Наследники Жукова» – город Анапа и команда Института береговой охраны «Темп». И следом 26 февраля в преддверии Международного женского дня стартует регулярный открытый кубок города-курорта Анапа уже среди женщин. В нем примут участие команды из Анапы, Краснодара, Крымска, Темрюка и Крыма.